have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, у нас тут Beholder, супер игра, и что-то мне подсказывает, что супер приз будет совсем не автомобиль. Сказали мне до завтра получить 10 бланков, ну не до завтра, скажем так, завтра заканчивается супер игра, и мне нужно, моя цель до завтра это 10 бланков. Right. Я прям за его спиной взламываю его же офис. А взломать это я не могу. Я могу его компьютер пощупать. Рекомендации на сегодня. Будьте с собой, живите настоящим. Вы получите письмо, потому что подписаны на рассылку. Как пережить большую потерю. Если вы не хотите больше получать письма о рассылке, сообщите об этом куратору своего этажа. Вместе пьянки на работу. Вместо пьянки, вместе. Идя на встречу многочисленным просьбам служащих Министерства труда объявила об отмене выходных министерства. Вместо пьянки и морального разложения, которые стали настоящими бичом нашего времени, служащие смогут приносить больше пользы нашей великой родине. Ура, товарищи. Это выглядит как мои фотографии. Выглядит как твой брат-близнец. Но я могу сейчас только выйти отсюда. Извини, Хэнк. Взломать я, кстати, не могу ящик Глория Мелфи. А кто ты такая? А иди сюда. Я, в общем, сделал отдельное сохранение. Не знаю, сколько оно мне поможет. Если вдруг я приду, меня завтра захотят запихнуть в измельчитель. А это возможно. Предупреждение о нарушении. Нарушение несоблюдения правил содержания домашних животных. Пояснение содержания кошек питомника класс D5. Запрещена конфискация. Выписан штраф за несанкционированное содержание 5 кошек. Ого! Приглашение в кино. Привет, Анжела. В Хельмере будет показывать фильм «Гордость и предубеждение». Предубеждение и вождь. Его очень любит мой сын. Может, сходим вместе? От Глории Мелфи. Анжеле Руан. Ясно, понятно. А, это сын, с кем она меня перепутала, что ли? Я понял. Хорошо, хорошо. Да, все, валим отсюда. Этот чувак, Джон, зашел. Ладно, у меня осталось 5 часов. Хочу ли я еще попробовать поработать? Дверь у меня, блин, не закрывается. А это значит, что мне нельзя ничего хранить у себя. Что печально. Писем у меня новых нету. Ну давайте я поработаю еще немножечко. Так, Министерство порядка. Посетитель, здравствуйте. У меня есть жалобы на руководителя нашего завода. Почему? Так. Почему Что? Почему оно не принимает в добровольные дружины? Руководство, руководство в добровольной дружине по охране порядка девушек. Вот сказал, девушки и женщины должны заменить ушедших на фронт мужчин, а что мы видим, нам не доверяют. Мы добились порядка дома, добьемся и на улицах. Так, значит, жалоба на Министерство порядка. У нас Минкультуры, соцобразование, труда, порядка. Сюда. Ну, то есть вот это. Правильно. Теперь отметить соцзаботы, труда, патриотизма. Наградить. Подачу информацию в любое министерство. Я думаю, наградить техники. Я думаю, наградить. Правильно. И раз наградить, значит отправить в архив. В архив пустить. В работу Минтруда.
патриотизма, культуры, Минтруда. Вот это все нам не годится. Или уничтожить в любое министерство, или отправить в архив. Я думаю, отправить в архив. В смысле, вот это. Я надеюсь, что это. Сейчас посмотрим. Нет, уничтожить. Погодите, если наградить, то всегда уничтожить. А, это так работает? Сейчас проверим, погодите. Типа, если в расстрельный список, то в архив, если наградить, то уничтожить. Сейчас проверим. Социальные заботы. Добрый день. Я слышала, что сейчас можно записываться в очередь на новый прибор, которым помогает женщинам справляться с одиночеством. Это правда? Где можно, где это можно сделать? А вы одиноки? А вы можете пригласить меня на свидание? Глядишь, прибор не понадобится. Работник, я на службе. Да. Хорошо. Социальная забота. Спецгруппу на донос министерства. У нас вот на соцзаботы, порядка, Миннауки, патриотизма, культуры. На соцзаботы у нас только вот это. Дальше. Отметить в личном деле подачу информации в Министерстве соцзаботы. Нести в расстрельный. Я думаю, в личное дело. Ну, мне кажется... Это был расстрельный список, серьезно? Почему этого человека нужно было вносить в расстрельный список? Ну и тогда отправить в архив в любое министерство. Сейчас проверю, если расстрел, значит архив? Да, все, я понял. Ну это сложно, конечно, если что. Так, министерство патриотизма. Посетитель, добрый день, мы работницы швейной фабрики. Хотели бы подарить великому вождю новый парадный китель, но, к сожалению, не узнаем его мерки. Где могу их узнать? Минкультура, соцзаботы, Минтруда, Минпорядка, Минтехники. Отклонить жалобы в Министерство патриотизма. Правильно, конечно. Кто же вам даст размеры вождя? Так, соцзаботы, Минтруда. Отправить на обработку за донос в Минпатриотизма. Я думаю, вот это... Нет, стойте. Вот это. Нет, это тоже расстрел. Ну, раз расстрел, значит, уничтожить жал... не, в архив. Техники любые, да. Это была расстрельная статья, я вас понял. Хорошо, я не буду сейчас еще сидеть 11-10, где я явно не сделаю. Я более-менее начал понимать, как это происходит, но ладно. А что у нас вообще по заданию? Немножечко успел подзабыть. Компьютер... компромат. Ага, да-да-да, получить повышение, да-да-да. А пойдем, наверное, на первый этаж сейчас. Позвоним, сдадим информацию по коллегам. Мне кажется, это было бы правильно. Тут-то я могу до сих пор передвигаться? Могу. Хорошо, значит, мои деньги, которые тут спрятаны, но они не совсем еще пропали. С другой стороны, теперь подкинуть их никому не могу, да? Потому что... Потому что я не могу вскрывать их ящики, я могу только вскрывать их компьютеры. Телефона на 12 этаже нету. Я могу воспользоваться только телефоном здесь. Опять же... Покупки пирожков, покупки у этого чувака, все только... Карл 665. На мое место посадили человека. Позвонить. Да, анонимная служба, сдать информацию о коллегах. У меня есть информация, которую я могу поделиться с министерством. Закончить разговор. Отлично, немножечко разжились авторитеты, мы можем... пойти сейчас поговорить, наверное, с тем парнем, почему он пьет. Возможно, даже подружиться с ним немножко. Сейчас посмотрим, как это все будет происходить. Это-то времени нам не стоит, я насколько понимаю.
Тут shift, кстати, наоборот, это медленная ходьба, замедляет нас. Найти скотч. Нам будет сходить на за... Можно будет, кстати, у торговца... Да, наверное, у торговца. Я думал сейчас у этого чувачка что-то купить, контрабанду какую-то. Но нет, можно будет пойти у торговца попробовать поискать скотч. Если не найду торговца, да, приду к этому чуваку. 625, блин. Это сейчас 150, получается, потрачу, да? Я 150 сейчас потрачу. Мне еще что-то останется, но неприятно. Заодно мы можем, наверное, покопаться... у Джона, которого Смита. Мне с вот этим, с Хэнком надо поговорить. Еще 15 минут потратим на его переписку. Спасибо, 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 спасибо. Дорогой Джон, пишу тебе, чтобы еще раз выразить вам пишу, чтобы еще раз выразить благодарность за спасение. Если бы не вы, измельчитель бы перемолол меня в фарш. Было случай, что вы были рядом. Моя мать благодарит вас, мой отец благодарит вас, моя сестра. И я благодарю вас. Будьте счастливы. В неоплатном долгу перед вами Ники Манипулос. Или Манипулос. Надо бдеть. Участились случаи проноса в Министерство запрещенных предметов. Младший специалист Кельвин Пруст был задержан при попытке пронести на рабочее место авторучку, произведенную в Вальверде, стране наших врагов. Сейчас с Прустом работает следователь, но нужны его признательные показания. Напоминаем, что вы обязаны сообщать обо всех случаях противоправного поведения своих коллег по анонимным телефонам, установленным на каждом этаже Министерства в залах общей работы. Тут есть телефон, я что, не нашел его, что ли? Фотография. Чувак жрет спагетти. Чувак жрет спагетти. Это же практически противоправное действие. Вы чё? Так, Райт. Почему он пьет? 150, давайте. Я просто переживаю за тебя. Друг, да, я тебя поцелую, я тебя так люблю. Подожди, Хэнк, ты не ответил. Братишка мой пропал, рад на месте уже, как вот ей пью. Да, брат-близнец, как мы и думали. Как пропал? А как пропадают люди в министерстве? Оп, и нету, мы вместе работали тут, а он потом... А потом он пропал. Сообщил об этом полиции? Сообщил в полицию? Можно подумать, имеет дело. Для меня приняли заявление, сказали, перезвонит и не звонит. Ужасно, Хэнк, ты пробовал искать его сам? Да, я все облазил, каждую дырочку залез. Тьфу, и... В каждую дурочку. Тьфу ты в дырочку, да. Давай тоже поищу. Серьезно? Как его зовут? Как он выглядит? Посмотри на меня, вот точно так же, как я, но только если месяц не пить. Зовут... Робин Дранат, фигаш себе. Как Робин Дранат? Он любил необычные имена, а ты что, над братишками смеешься, да? Смешно тебе, гадает? Тихо-тихо, Хэнк, я друг, я просто уточнил, Робин Дранат и Робин Дранат. Блин, это еще почаще про... Я везде искал, везде, понимаешь, к начальнику только не ходил, но мы в той стороне не бывали никогда. Ладно, попробуй что-нибудь узнать. Вот где на этом... А, служебный телефон, он тут есть. Зря, получается, сходил вниз, да? Так, ты у нас тут протестуешь, а ты мне ничего нового не скажешь? Да-да-да, машина измельчающая, да-да-да. Да-да, все, я понял, не надо. Мне мой мозг нужен еще Куда наш управляющий этим делся? Ладно. Это говорит, по всем излечительствами коллег министерства назад закончить неинтересно. Здесь не искали, значит, да? Артур Митчелл, проблемы с памятью. Что хотите про... закончить? Можно, кстати, да, полтора часа подождать, чтобы его там не было. Обо всем. Нет. Ясно, понятно. Ладно, у нас для дома накопилось куча всего. Пойдем, наверное, домой. Попробуем. Если нас завтра не убьют.
что вполне возможно. Супер игра, все дела. Есть моя ставочка сыграла. И опять играешь на катализаторе, это супер игра заканчивается завтра. Я делал на котором мы с коллегами ставили уже не так на... А, это уже было, блин. Меня загрузило до этого момента. Ладно. Ну что ж, поехали домой. Не знаю, как это все будет. Честно, мне страшно. У нас есть книжка, которую нам нужно бы потихонечку учить. У нас есть задание сходить за... Чем там? За изолентой? За еще чем-то, я уже не помню. Сейчас придем домой, глянем. На все это у нас 3 часа. 3 часа это вообще ни о чем. Ох, тут прям всем и все нужно. Принять входящий. Каннингем? Алло, Эван, привет, ты Джеймс, я проверил твоих коллег, они занятые люди. Слушай, сам, очень необычно, но обрати внимание на Джона Смита. Чувак с макаронами? Че с ним не так? Нет, у него информация, это подозрительно. Что я должен сделать? Не думаю, что это серьезно, на твоем месте я бы узнал о нем все, что можно узнать. Сделал запрос в архивы и сообщи мне, если что-то найдешь, хорошо. Попробую. Положи трубку. Понято. Обработать 10 бланков, 7 из 10. Черт. То есть не обязательно было, я понял. Посмотрим, возможно, мне придется загружаться. Это будет очень печально. Снабжение, водоотведение, на типа подавитесь и забудьте меня вообще навсегда. Просто исчезните из моей жизни. Смотреть нечего. Книжка, я знаю, что у нас книжка. Что у нас по улице? На завод полиэтиленовой пленки. Давайте 2 часа сходим. А братья Хэнка. Так, по адресу указанному до Салли вы находите завод, лучшие времена которого остались давно позади. Повсюду грязь, запустение и разруха. Справа от вас находится склад, слева производственные корпуса. А чуть дальше аккуратный домик завода управления. Давай на производство. Дверь закрыта. Склад. Из дальнего угла, почесывая живот, валится начальник склада. Он говорит, что, во-первых, без талона не получите товара от директора завода. На получение товара от директора завода ничего не удастся. Во-вторых, выдавать все равно нечего. Ну, завода управления получается. Вдоль набродившись по кабинетам, в одном из них вы находите директора завода. После упоминания имени Десальва он вытягивает по струнке, хлопает глазами и впадает в ступор. Наорать, тварь! Вы устраиваете директору разнос, в котором подробно описываете его родословное сексуальное пристрастие. Смеяв на лице за время вашей речи все виды краски, директор, рожащий рукой, протягивает вам талон на получение пленки на складе. На склад. Дремал на яичке, когда вы вошли. При открытии глаз он первым делом поинтересовался, принесли талон на получение товара. А зачем тебе талон, если ничего нет? Он говорит, что без талона не может официально отказать в получении такого порядка. Предъявить талон. Начальник накладывает талон на острую шпильку, записывает его номер в журнал, после чего снова разводит руками. Пленки нет. А где взять? Начальник склада закатил глаза к потолку, говорит, что у него есть 2 рулона, купленных на личные деньги для теплицы. Один из них он брал про запас и мог бы продать, если бы нашел достойного покупателя. Надо было наорать. Ладно, купить за 300. Подавись, тварь. Пойти домой. К Кехлеру можно... Погодите. А время, что ли, заглючило? Или у меня... остаться дома.
меня ж было 3 часа, или квестовая не считается. Давайте я схожу к торговцу. Может, у него найдется и второе, то, что мне нужно. Бутылку виски. Блин. Моток скотча. Скотч, скотч, скотч. Где я тебе скотч-то возьму? Давайте я пару часов книжку почитаю. Хотя бы ночной прокат. Он сейчас скажет мне 12 часов ее читать. 12, 5. Вложу хотя бы пару часов в нее. Надо ее прочитать. Мне чертовы 3 бланка еще обработать надо. Я их не обработал. Сейчас, короче, на следующее утро посмотрим, что со мной будет. Накинули мне времени. Не, в принципе, если меня прямо сейчас не убьют, ну тогда ладно. Там же, я просто думал, что нужно правильно обработать 10 бланков, а их нужно просто 10 обработать. То есть вообще пофиг, потому что вон мне 7 засчитали. Где мне взять моток скотча? Давайте я похожу по местным забулдыгам. У нас есть торговка пирожками, вряд ли у нее будет скотч, но она все-таки торгует чем-то, поэтому, ну, давайте спрошу, что со мной будет. И нужно будет пойти к нашему брату-акробату, который вместо взорвавшегося, который второй, ну, то есть династия 12 братьев, каждый курьер. Да, скажи мне, пожалуйста, о взрыве, обо всем... Ясно, понятно. Узнать информацию о брате Хэнка, запросить личное дело Смита. О, куда я побежал? Пейдж. Только иностранные деньги, ясно. Моток скотча. Где я могу его достать? Блин, это же канцелярская фигня, ну какого черта? Я так понимаю, что результаты лотереи распространяются, ну, этой суперигры, они идут исключительно по 12 этажу и просто победителя закидывают в измельчитель там. Блин. Ну, это эпично, конечно, да. Блин. Восславь солнце. Не-не-не, оно хоть и похоже на «Восславь солнце», но здесь нужно произносить слова Арстоцки. Серьезно. Слова Арстоцки. Ёлки-палки. Срочно 3 бланка надо обработать. Давайте я пойду сейчас сходу сделаю, посмотрим, как это все получится, просто чтобы засчитали задание. Новых писем не наблюдается. Так, стресни, поехали. Часочек поработаем. Социальная забота. Кому мне отдать заполнение семейной карты для переписи населения? На любой. Минпорядка, соцзабот, начать проверку Минсоцзаботы. Жалобу Минтруда. В Минтруда, техники. Ну, я думаю, вот это. Не, прям сходу нет, да? Отклонить подачу любой... Отклонить подачу... То есть мы, в принципе, информацию не выдаем, да? Хорошо.
Минтруда. Выписать ордер на арест Минкультуры, либо Министерство порядка, отправить на отработку за информацию Минтруда. Ну, я думаю, вот это что ли? Да, это. А, типа два можно было выбрать, и это? Ну хорошо. Ну что, жалобы на Миннауки, культуры, Минсоциальной заботы. Минтруда, Минтех. А тут только социальная забота, только одно, архив. Следующий. Опять соцзабота. Здравствуйте. Вот список наших незамужних женщин, библиотекарей, работник для чего? Для распределения в мужские коллективы. Каждому рабочему по умной бабе. Вы что, не получили последние директивы Министерства социальной заботы и повышения рождаемости? Так. Ну, начать проверку. Ну, блин, отклонить подачу любой информации. А почему? Труда, Минтехники, науки, труда. На соцзаботу у нас есть вот. Начать проверку жалоб. Это же не жалоба. Отклонить подачу любой информации. Ну, давай вот это. Да, это правильно. Опять же, порядка культуры Минтруда. Отправить на обработку за информацию Минпорядка, либо Министерство. Давай отправить на вот это. Да, можно это и это было, хорошо. Уничтожить жалобы, но это же не жалобы. Отправить в архив информацию. В архив тогда получается. Да! Правильно! Прикиньте! Сколько у нас еще? Остался один? Давайте еще один. Министерство соцзаботы. Недавно я отдыхал в санатории, хочу пожаловаться на обслуживающий персонал. Я генерал тыловой службы, мне полагается комфорт по категории А1. А что я увидел? Постельное белье меняется раз в два дня. На завтрак не дают сливки, кофе. А икру я видел только на ужин. Я требую разобраться. Почему герои войны должны жить в таких скотских условиях? В самом деле, за что мы кровь в кабинетах проливали? Учитывая, какие тут кабинетные войны, знаете, я не удивлюсь. Так, это у нас жалоба в Минсоцзаботы. Проверку жалоб в Минсоцзаботы. Вот это можно. Минтруда, науки, техники, Минтруда. То есть, отклонить подачу информации, любой запрос. Это не запрос и не подача информации, это жалоба. Значит, начать проверку жалоб. Да. Теперь наградить. Выписать ордер на арест. Жалобу Минкультуры, Минтруда, Минсоцзаботы. Отправить на отработку за информацию. Это не информация. Наградить за информацию. Наградить за подачу информации. Выписать ордер на арест за запрос. Это не запрос и не это донос. Соцтруда. Это Министерство порядка, Министерство культуры, Министерство труда, Министерство соцзаботы. Минпорядка. Наградить, что ли? Блин. Да. А если наградить, то значит уничтожить.
науки, техники, труда, труда, техники, культуры, Минтруда отправить в архив. Что, серьезно? Ну давай. Здание выполнено. Блин, я могу сделать еще одно правильное и получить 200. Я бы, наверное, так сейчас и поступил бы. Давайте еще потрачу немножко времени. Министерство патриотизма. Должно ваше сведение, что дети моего коллеги Джеймса Адерхольда нарисовали огромные рога на плакате с нашим мудрым вождем. Это надругательство над моими патриотическими чувствами. Ведь наш мудрый вождь даже не женат. Предлагаю заключить такого-то соседа под стражу и его детей отправить в неисправительные трудовые лагеря. Значит, довожу до вашего сведения. Это информация в патриотизм. Соцзаботы, отклонить любые запросы. Довожу до вашего, то есть подачу любой информации. Техники, Минтруда, спецтруда. Я думаю, что отклонить любую информацию. Да. А, Минпорядка, Минкультура, Минтруда, Минсоцзаботы, Минпорядка. За подачу информации любого министерства. Подачу информации. Я думаю, да. Потому что это подача информации. Так, информация, жалоба. У нас патриотизм. Значит, соцзабота, труд, культура, техника, труд, труд. Пардон? Дети моего коллеги рисовали огромное, да? Угу. Техники, труд, труд, техника, культура, труд, соцзаботы. А что? Пустить в работу донос Министерства труда. Это же донос. Министерство труда. Уточнить данные донос. Блин, а тут нету Министерства патриотизма. В архив? Но это неправильно. Правильно. А как? Хорошо, все, валим. Вернули себе вчерашнее потраченное. Нам отчитаться? Дать информацию, получить повышение, запросить личное дело. Ну-ка, стой, дружище. Говорит обо всем с... О, мне не надо. Пойдем подадим запрос. Блин, мне бы скотч найти. О, тут же есть эти. А, тут в цветочках нельзя поколупаться. Это жаль. Это прям печально. Где у нас там была картотека? Сейчас глянем. Запросить личное дело. А у кого его запросить? Погодите. А в картотеке у нас просто... Сколько ты хочешь там за торговлю? О! Спросить. Брата Хэнка, помнишь? Конечно, помню. У меня отличная память. Что-то вчера я не догадался это сделать. Круто. Можешь помочь? Может, помнишь, что про тот день, когда он исчез? Просто помню. Отвозил тележку с банками из сортировки. Он шел по коридору. 40 минут начальника с какой-то папкой в руках. Я нагнулся подобрать упавший лист бумаги, а когда снова посмотрел туда, в коридоре уже никого не было. Как-то маловато информации. Погоди, это еще не все. Он должен был подписать мне пару бланков. Так вот, я его ждал до самой ночи, но он так и не появился. То есть, как не появился? Может, просто домой пришел? Посреди рабочего дня? Сомневаюсь. Если тебе интересно, поговори с охраной на проходной или с техником измельчителя. Может, он знает больше техник? Ну, да. С охраной поговорить, наверное, нужно сначала, чтобы они мне подтвердили, что он не выходил.
давайте так сделаем. Получи информацию. Запросить личное дело я могу по телефону, может быть, нет? Давайте попробуем. В части программе «Конкурентная среда». Подавать заявки на участие в программе 4 раз. Я хочу получить повышение? Да. Принять участие, да. Хорошо. Теперь сдать информацию о коллегах. Еще 150, хорошо. Закончить разговор, хорошо. Мне нужно выполнять квесты, чтобы получать деньги, потому что денег у меня с каждым днем меньше и меньше. Путь наверх, скотч, 250 уважения, братья Райт, 250 уважения. Обычно поручение запросите. Где его запросить? Ладно, с этим нужно будет подумать, разобраться. Спросить про брата. Можно задать вам вопрос, товарищ Эвердин Редгрейв? Да, извините, товарищ Эвердин. Хочу спросить про Рабиндраната Райта, брата Хэнка Райта. Вы слышали, что он исчез? Не исчез, а злостно нарушил дисциплину. С ним такое раньше случалось. Никто из тех, кто нарушил дисциплину, не повторяет такой ошибки впредь. То, что знаешь, что если? Мне не важны причины. Как только он появится, так сразу будет уволен. Тоже я гарантирую. Ну, там, спасибо. Где ради бога. Так. Идем к охраннику. Погодите, у кого можно... Может, это из дома? Да ну, из дома. Надо подумать, как запросить... Да. Товарищ полицейский, можно задать вопрос? Задавай. Скажите, ведется ли учет выходящих из министерства сотрудников? Ведется. А можно ли его посмотреть? Нет. Убедить. Мне кажется, вы не понимаете, что это очень важно. Покажите мне журнал, выходящий из министерства. Хорошо, вот журнал. Так, похоже, он не покидал министерство. Все? Да, спасибо. Ну, его, значит, заживал и в измельчитель. Черт. Черт побери. Ну, то есть ты ж типа не зарабатываешь с этого, ты просто... ты помнишь робота? Это брат Хэнка работал тут? Да, помню, он пропал с месяца назад. Просто пропал? Ну да, просто не пришел работать. Все. Помнишь что-нибудь необычное в тот день? В тот день я охотился на назвавшегося клерка возле бумаг приемника. Помню, что начальник вышел из кабинета, посмотрел в мою сторону и улыбнулся. Знаешь, это было такое чувство, что он заметил меня, несмотря на мою... первоклассную засаду, это было жутко. Все? Да, больше ничего необычного не помню. Обычный день в джунглях. Спасибо. Закончить разговор. Ну, да, это нужно спрашивать у работника измельчителя. Так, дружище. Отто. Спросить. Отто, у меня вопрос. Помнишь Рабиндран... Блин, хватит это имя, блин, задолбали. Про брата, короче. Тарайта, брата Хэнка, ты на каком языке вообще говоришь? У меня был брат того парня, что приходит каждый день плакать возле твоей ласточки. У него был брат, когда бы не подумал. Ну да, и он думает, что брат упал в... Договаривай, в ласточку? Ну да. Что я тебе могу сказать? Такое бывает. С теми, кто не соблюдает правила безопасности, их, я этих... за этих дураков отвечать не хочу, поэтому у ласточки есть блок памяти, в котором мы считаем все, что в нее попало. Ты можешь дать мне посмотреть на данные? Не один, найти блок на замену, я смогу его снять. Можешь найти блок памяти. Вот в этом и состоит твой подвиг, боец. Ты думал, пришел и вот так просто все получил? Ищи. Хорошо, попробую. Да вы, ищи это, ищи то. Ну,
Спросить. Клэр, ты понимаешь Райта? Он тут работал до меня. Конечно, это брат Хэнка, но я давно его не видел. Расскажи про него. Но он был обычный, ничего не удивляющий. С братом постоянно шутил, работал нормально. Потом он перестал ходить на работу, но он заболел или перевели. Я что-то рассказал, но мне было не до этого. А потом он запил и начал хамить. И все. Еще чуть раньше его награждали за перевыполнение плана по утилизации обращений, и его вызывали к начальнику. Спасибо. Замечали работу семья коллеги назад. Эй, знаешь, тебя зовут Артур, ты уборщик. Сегодня у тебя первый рабочий день, вечером ты идешь к начальнику. Меня зовут Эван. Ты один. Ты задел кадр, что ли? Откуда ты все знаешь? Хотя какая разница? Привет, Эван. Ну, чувак, реально каждый день забывает, что он тут работает. А, подарите по всем. Этим, возможно, можно будет воспользоваться. Такой 10.50, я не хочу прямо сейчас это тратить. Черт! Найти блок памяти. Пока при памяти. 5 часов. Я могу, в принципе, пойти домой, что ли? Даже не знаю, где искать этот чертов блок. Где искать этот чертов скотч? Где все это искать, блин? Что если я с самим Райтом поговорю? Типа, чел, я помогу тебе найти брата, помоги мне найти чертов блок. Давайте. Он мне поможет. Где он, кстати? Боже, шутырки. Ладно. По крайней мере, меня сегодня не убили, что уже хорошо. Вот он. Ну-ка. По всем. Ладно. Все, короче, чешем домой. Сейчас посмотрим, можно ли будет выйти на улицу по какому-нибудь заданию. Доучим книжку. И я думаю, на этом можно будет пока что приостановиться. Я что-то не знаю, где все это доставать. Ну, то есть это пока что странно, что ли. Не знаю, как это все будет. Так. Хм, на улице никого нового не появилось. Так, на секундочку отвлеклись. Ничего страшного. Хм. Много вопросов и маловато ответов. Блин, это ж каждый день проведенный дома, я за это, мне за это платить приходится, да? Что сейчас? Сколько? На какого флота, блин? Вы вообще там поофигели все? Ой, просто свалите отсюда. Все, по деньгам, короче, катастрофа. Надо будет где-то их доставать. Причем квесты не дают деньги, что самое... Давайте... А, точно, я когда прихожу домой, мне же 2 часа добавляют, что-то я забыл об этом. Блок памяти за 300, да, можно купить. Хорошо. Ну, хоть так. На этом протягиваем блок памяти. Еще один можно купить. И вискарик. Деньги уходят просто как дети в школу. Хорошо, давайте книжечку дочитаем. Нужно учитывать, что у нас есть плюс 2 часа, когда мы приходим домой. Что-то я об этом забываю так стабильно. Но зато мы можем это дочитать. Просто у нас сейчас 3 часа в никуда, жаль. Терминал и борщевик. Зачем мне каждый раз телек обозначают как что-то важное? Давай сериалы по вождю посмотрю, вот это посмотрю и вот это посмотрю. Мне все равно есть 3 часа в никуда. Все, хоть... Может быть, с кем-то на работе поговорю об этом. Кстати, это же новый коллектив. Возможно, с ними удастся немножечко подружиться. Давайте спать. Осталось полчаса, как раз мы их и поспим. Итак, тогда давайте на этом заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Пойдем посмотрим, как у нас, что у нас. Может, попробуем как-то денежки где-то достать. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.